սկսում ենք իշատ վայզումնի հետ խաղային անգրասումսը, լես ենք խաղեր մասին։ Ага. Ну, заранее хочу извиниться за предыдущую пресс-конференцию, я не мог прийти, потому что не мог разговаривать, я приболел в тот момент, и вместо меня пришел Карен. По сегодняшней игре, многие думали, что Лори думает о финале 8 числа, но это не так, команда непростая. Сложности были в том, что в первом тайме очень часто мы теряли в простых ситуациях, имея контроль в центре поля. Но, к сожалению, мои они не использовали эти наши потери. И индивидуальные действия Рама, привели к этому голу. Второй тайм видели, играли в центре поля. Без обострения, что ли, что мы использовали в конце второго тайма больше пространства и использовали, забили два гола. На хабарашной ручке на хантшон на хортмам у нас убесит капвац, черкарван хосе, трамарит похарен, а особенно не кидает Карен Симоньяне. Я в шатере картумен вор Лори на схавом тулька хагак, не вор патрастуме амси ути кавати езера пакчин, сакайн Лори хасрак тим че, я в араши хагак сумен к бабакани шат бахер корчетинг, сакайн цавок Лори чкаравот цавок на корте лайт бахере. Я в арам барегамяне, чисто օգտագործելով պահը կարողացավ գոլ խփել եւ մենք ունեցանք առաջին գոլը իսկ երկրորդ կեսում մենք դաշտի կենտրոնում էին մեր գործողությունները դաշտի կենտրոնում էին եւ թե մենք թե Լորին առանց ուր գործողությունների էինք գործում եւ վերջին օպեներին եղան մեր երկու գոլերը եւ ստացվեց այսպես